Вампирят. Сегодня я спал, да, потому что на меня хреново тучу. Миллиарды народу направили. Просцировали с Иисусиком меня, но это не впервые, чтобы выкачивали, чтобы я был обессилен. Людей же я не буду грохать. Вот смотри, почему я спал, как ты это видишь сегодня. Кто как подключился. Мы с Моном уже поработали, но тебе тоже задача. Чем больше ты проработаешь, тем больше ты прокачаешься, чем больше ты изменишь вещей и сгармонизируешь Вселенную, тем тебе лучше. Смотри. Ты тебе через Трампа прилетел, Англия. Не впервой. Смотри, что со мной происходит, а не что. Понятно, для чего это делается, чтобы ослабить Трампа и сделать его донором. Это понятно. Как? Я Трамп. Я всецело ему помогаю, поэтому я наложен на него. Наложился сам. Смотри, что происходит. Ну, я вижу, это, знаешь, как саранча. Они прям прилипают к тебе, и каждый отваливается с куском. Просто сплошным потоком их, как ветром, гонит. О, кто их гонит-то? Вампирчиков всех. Кто считает, что выпить кровь Христа, и им за это ничего не будет. Не за это, и вообще по жизни им ничего не будет. Они расплачиваются, по сути, мною. Раз меня наложили. Ну, это Ватикан такие конструкции ставит. Как это было? Один человек подумал и наложил либо что-то больше, процесс, ритуал. Это коллективное, 33 идет число, 33 участника, и там что-то по типу магии Вуду, отождествление образа одного с другим, склейка, так сказать, и коррекция того, что у них под их властью она должна все эти свойства переносить на отождествленный образ. Выхвати, объедини всех, кто участвовал, всех 33. Вот то, что они делают, как можно назвать? Это обряд, это жертвоприношение. Абстрактный ритуал. А они тогда в роли кого выступают? Кто в Колдуны. менять? Колдуны, маги, масоны, кто угодно, ритуальщики. Кто вправе менять статусы, отождествлять одного с другим, пути менять? Кем они себя возомнили? Наместниками Бога. Это кардиналы, Илья. Ну что такое наместники? Да, я знаю. Собрали кардиналов всех против Трампа. Даже их. Европейских причем. Они властью и ответственностью Господа прикрываются, как, знаешь, как доверенные юристы.
Доверенные лица. Но документа, по которому они получили его доверенность, у них нету. То есть что это, по сути? Общество, да? Да. Покажи их судье. Как и всех кардиналов, всех епископов. Они становятся конами, являясь, по сути, противоположным, нося идею разрушения икона. Потому что они отменяют, уничтожают идею кармы, собственной ответственности, собственного сознания, собственного взаимодействия, гармонизации со Вселенной. Они полная противоположность икону, Богу, на мой взгляд. Не делает. Он их теням отдает. Хорошо. Он их раздел, посмотрел и всех. Ну, пока всех священников, верхушку, по крайней мере. А вот сама идея, как вот ее прекратить, вампиризма? Посмотри, а чей образ взят в основу Христа? Икона Вселенной нашей. Смотри еще. Он отдает что-то из себя или... Ведь это же не Бог, это типа Сын Божий. Кто тут Сын Божий-то? Почему они так его назвали? XIX век, бомбардировка закончилась, нужно создавать общество, просчитываются квантовыми компьютерами варианты всего. Религии, масонства, включая сатанизма и прочего. Эгрегор науки и прочее. Все вот это вот извращенное общество делается, только создается, заселяется этот наш мир снова. И часть клонированных, часть убиваются родители и переселяются дети. И так далее. Вот он. Середина 19 века. Смотри, вот в этих вот в просчетах, чьи образы реальные вбрасываются. Проекция, извращенная реально. Сатана. Чья проекция? Мы его зовем. Красно-черный. Соответственно. Иисус тогда его антипод. Обратная сторона. Система баланса черно-белая. Угу. Антипод когда-то соглашался. И чем это согласие является, если он давал? И как механизм был, и как он имплементирован, извращен, применен сейчас. Отличия от оригинала и как это все возвращено. Как это все закручено во благо роя, то есть для вампирства.
Мон это видит, мон это смотрит. Моне надо молчать. Не давал он согласия. Так. А тогда почему и как применили? Что было? Какое свойство или реальное согласие, либо на что-то другое? Им нужно было получить на согласие на добровольную жертву от населения. Поэтому его Угу. как маяк поставили именно в этой роли. Да, взяв чуть-чуть энергетики. А реально такое вот что-то подобное было? Или это абстракция? Идея, чистая фикция. Прокачивай прям сознанием своим эту всю идею, структуру, учись. И оно проясняется, тебе становится понятным и ясным многое. Давай, качай. Умка. Понять значит победить. Не поняв, ты этот механизм не демонтируешь. Это как раз я очень хорошо понимаю. Хорошо, понимай. Окачивай, учись. Уже все сделано на самом деле нами, мною. Теперь нужно пройти по уже проторенному пути, это намного легче, но давай, иди. Кто создавал-то все эти религии, все эти идеи, всю большую ферму на планете Земля, чтобы выдаивать себе? Чтобы могли все делать жертвоприношения свободные, и поле не светилось, потому что в каждой церкви эти жертвоприношения происходят на энергетическом уровне. Это было в каждом, смотри. В итоге все это пользу. Для чего? Королева питалась, это роевая структура. Правильно. И напрямую, и через цепочку. И как она? Ребеночка убивает подключенные к ней. Что происходит? Как она с этим взаимодействует, участвует ли? Там какое-то мероприятие обмена, как в церкви. Угу. Забирает что-то чистое и говно отдает. Вот что она отдает. Смотри. Как это происходит? На физике прям. Отрыжку, что ли, отдают? Да, Что переваренная уже. Именно, да. Переработанная. Да, та самая отрыжка, которую Андрей увидел, и многие и в песнях прославляют ее отрыжка. Нам благословление. Прям поют в песнях рок, разные группы, так называемые. Они-то с ней на контакте были. Это блевотина, по сути. Да, да, она забрала все самое вкусное и все свое говно. Не выкакала, а в отрыжке. Но там измененные свойства. Смотри, что там изменено, какие свойства она дает. Давала. Ну, сейчас что дает, что получают участники.
если получает. Я вижу, как клей, знаешь, оно склеивает сознание и убирает индивидуальность каждого сознания, склеит их как страницы в книге. В один такой, в одну стопку. Соответственно, масоны, которые служат в церквях, скажем так, куда они добавляют этот клей, отрыжку? Пасту кормят или? Да. В чашу. Накладывают энергетику, транслируют, чтобы мозги склеивались. К ней подключают, чтобы все были масонами. Как и сейчас. Масоны маски носят. На всех маски одели, перчатки. Всех сделали масонами. Участниками этого преступления. Кидывают карму на всех, потому что уже не выдерживают. Так, и зачем им Христос-то нужен? В чем отличие условного Христа от условного Ленина? Идеи там, там, смотри, абстрактно. Учись. И давай, давай, давай. Все ответы уже в тебе, прокачивай просто. Бери большие массы энергии и работы. Это приманка, ловушка. Христос? Да. Ну вот смотри, чья энергетика изначально, как она работает, как ею манипулируют, рассказываю, механизм. Я вижу, что его как прибили, его поймали через образ, опять же, через обряды. Символьно его прибили к деревяшке, к этому кресту, размножили по всем этим храмам. Кого? И да. Он, Христа, и он работает как лампочка. Кто такой Христос? Это был человек такой реальный или еще? Какие свойства? Человеческая энергия? Нет, не человеческая. Чья? Татуальная структура. То есть тварь, она стала жертвовать? Это ее такая энергетика? Она стала донором, который людям все раздает? Или? Да, Христос ничего людям не раздает, он их только зовет. Он ли? С его помощью. Не вот. Вот. А он-то кто? Вопрос другом. Давай глубже иди. Проникай сознание. Суть. В начало. Считай, что это кухня, есть такое суп с названием Христос. Из чего он сварен? Какие ингредиенты? Как наложено? Какой последовательности? Да поймешь, поймешь, как это все разобрать.
Я вижу, как веник всех конструктивных энергий, всех высокочастотных энергий связаны в одно. Так, что это за энергия? Какие? Ну, основная база — это энергия любви, причем не конкретная, она общая, как ощущение, как чувство. Любовь, благодарность. А что это такое на более высоком уровне понимания, скажем так? Гармония, соответствие. А это что такое? Это алгоритмы, которые являются частью какого алгоритма? Свойств Вселенной. То есть? Иисус — это кон, получается, нашей Вселенной. Наши ли, кон ли. Глубже, глубже смотрю. Как она так закрепила, если это она в одном человеке, вот это вот право распоряжаться, по сути, коном. Что произошло? Как она кона в Иисуса запихнула? Или наоборот наложила? Перерыв, потому что ты немножко застопорился, подождем. Я устал. Да, я понял. Перерыв.